Чё за... Вау, самая лучшая игра! Привет, с вами я, Крокуб, и сегодня мы будем играть в Wild West, либо же Дикий Запад. И название говорит само за себя, то есть это типа Запад, и мы грабим всё, банк, поезд. Здесь должен ездить поезд вот по этим вот рельсам. Это как Red Dead Redemption 2, либо же Jailbreak, но лучше... И давайте сейчас в этом видео мы что-нибудь пограбим, потому что в этом-то есть смысл игры. Так, давайте поедем. Я там вижу кого-то. Давайте сейчас попробуем вынести дикую природу. Почему бы и нет? Самая лучшая игра года 2020. Смотри на него. Он даже нам ничего не сделает. Смотри на него. Можем его хоть пострелять. Смотри. Все. Вот так вот просто. Я же говорю это как Jailbreak, но лучше. Все. Пойдемте ограбим поезд, потому что мне очень интересно посмотреть, где поезд. Так, ой, ёкарный. Так, это у нас вся карта. А вот у нас поезд здесь сидит. И мы должны идти в Бронз-Сити. Окей, погнали тогда в Бронз-Сити. Так, тогда мы разворачиваемся и поскакали в Бронз-Сити. Вау, я не знал то, что можно упасть с лошади, жесть. Это так круто, самая лучшая реалистичная графика. Серьезно, я ничего не сделал. И теперь этот конь хочет спать. Чё за... Вау, самая лучшая игра. Окей, ладно. Надеюсь, такого больше со мной не произойдет. Так, тогда давайте поскакали к поезду. Ну, там есть только два вагона, которые можно ограбить. Ой-ой-ой, он уже поскакал. Ой, поехал. Так-так-так. Давай тогда вот так вот запрыгнем. Поезд! Нет. Давай. Все, фух. Мы зашли в поезд. Так, давайте тогда откроем этот сейф. И все, мы забрали сколько? Давайте сейчас заберем деньги. Быстрее, 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 пока нас не поймали. Так, 75 коинов, окей. А, нет, мы закончили квест. Нам надо это принести еще домой. Так, этот вагон, кажись, мы не можем ограбить. Это обидно. Так, куда нам надо идти? Нам надо идти в ближайший незаконный лагерь. А, вот, мы можем сюда идти. Окей. Так, ладно. О, черта с два! Нас пытаются поймать. Окей. Окей, окей, окей. Будем тихими. Будем тихими и беспалевными. Здесь меня никто не поймает. Жесть. Неужели? Ахаха, ну басики. А куда поезд едет? Ой-ой. Так, давайте тогда тихо смоемся. Призовем коня. Так, и надеюсь, они за мной не идут. Потому что это было бы очень-очень обидно. О, черт, они за мной пошли. Так, погнали тогда по лесам. Неужели они могут меня видеть? То есть у них есть какая-то геометка. Я надеюсь, что не так, потому что если вдруг это так и есть, то все, мне конец. Так, ладно, 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 тогда поднимаемся наверх. Так, они ж не за мной. Фух, не за мной, хорошо. Я уже испугался. Долбанный конь! Опять? Что с ним не так? Ой, здесь снег идет. Чего себе. Эй, конь, что с тобой не так? Спать не время. Так, главное, чтобы меня не спалили. О, круто, да. Так, поднимаемся на эту гору. Жесть, здесь так красиво. Сколько у меня FPS? Вау, у меня 30 FPS. У меня самая сильная видеокарта RTX 4090 Super. Так. Дурацкий конь. Ох, черт, я чуть не умер. Это нормально, конь? Тебе нормально? Жесть, это такие темные ночи. Окей. Давайте будем аккуратнее, чтобы не умереть. Иначе я не смогу сюда прийти, и эти деньги достанутся кому-то другому. Угу, да, круто. Я опять упал. Так, а где мешок с деньгами? Мне очень интересно. Он под водой, что ли? Так, да вроде нет. А, нет, вот он. Все. Быстрее поднимаем мешок с деньгами. Так, скакиваем на коня. И нам надо забраться на эту гору. Вау, этот конь очень сильный. А, нет. Мне показалось, что он может... Блин, под таким откосным углом... Чё за... Как он так смог забраться? Ну, по крайней мере, за мной нету уже погони. И это самое лучшее, что могло произойти. Потому что... Со мной шли те два индейца, и я уже перепугался, что они меня поймают и сдадут в полицию. Так. Ну, либо они просто меня убьют и заберут все мои деньги. Такое тоже могло произойти, на самом деле. Также в игре есть вот такой вот корабль, но я его еще никогда не грабил, поэтому давайте попробуем его ограбить. Но нам нужен динамит, поэтому нам надо отправиться отсюда до сюда. И затем идти сюда, либо же вот сюда, и ждать корабль. Поэтому... Мы идем совсем не в ту сторону, нам надо идти вот туда. Да, все. Поэтому мы пойдем по мосту, да, Pinewood Hills, окей.
Окей, неплохо. Прикольно туннель сделан, мне очень нравится. Красивенький такой. Так, и аккуратно спускаемся здесь. Окей. Ладно, ничего страшного. Так, и мы идем в эту сторону. Так, где у нас корабль? Корабль идет туда, то есть нам надо как можно быстрее идти сюда и затем идти в Great Desert его ограбить. Потому что я его еще никогда не грабил. О, привет, Бизон. Блин, корабль уже приплывает, я, кажется, не успею его ограбить. Ёкарный. Так, ладно, ладно, взбираемся быстрее. Конь, блин, чё ты такой медленный, алло. Давай, давай, давай. Так, мы забрались вот сюда. Быстрее, все, мы сбыли деньги. Я мастер паркура 228. Он там не один. Чёрта с два, валим. Валим. Так, надо кликать И. Блин. Меня поймали. Чёрта с два, он меня сейчас убьет еще. Круто, да. Угу. Найс. Найс, меня поймали. Нет. А корабль-то плывет, и мы его, кажись, не ограбим. Все, фух, наконец-таки мы можем сбежать. Где мы можем динамит купить? Срочно нужен динамит, чтобы этот корабль ограбить. Так, так, так. Мне нужен динамит срочно. Так, это точно не General Store. А, где, где, где? Точно не Clothing Store. А, может быть, Guns and Ammo. Так, так, так. А, вот динамит. Динамит. Да, покупаем. Две шашки динамита, все. Все. Теперь бежим. Теперь бежим, просто убегаем. Так. И теперь нам надо заспавнить этого коня. Все, 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 все. Давай быстрее, быстрее, быстрее. Так, так, так. Так. И берем коня и побежали. Так, так, так. Где там корабль? Где там корабль? Окей, он плывет. У нас еще есть шанс его поймать. Так, тогда поскакали. А кто там по мне стреляет? А, вот ты офигел? Ты офигел, чел? Ты офигел, чел? Эй! Чё за бред? Так, кто меня убил? Кто меня убил? Это у нас... Эринер Гейминг. Или... Да, Эмирон Гейминг. Круто! Я обожаю эту игру. Пипец. Найс. Самая лучшая игра в мире. Так, значит, нам надо заплавиться в Пуэрто-Дорадо. Так, вот мы в Пуэрто-Дорадо. И у нас уже в рюкзаке остался динамит. Да, все, все, все. Окей. Тогда нам надо быстрее, как можно быстрее скакать и поймать этого корабль. Давай, 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 давай. Спавимся, конь. Так, садимся на коня и поскакали. Так, 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 так. Так, так, так. Мы идем не в ту сторону, сразу говорю. Поэтому мы идем в противоположную сторону. Блин. Вау, хорошая игра. Я обожаю эту игру. Круто. Найс, Roblox это самая лучшая игра, без багов. Ладно, на этом, я думаю, закончится видео. Если вы хотите больше подобного бреда, пишите в комментариях. С вами был Акрикуб, всем пока.